Сколько авторов представили свои работы на этой выставке? Здесь представлено 60 авторов из нашей организации и 21 нечлены Союза художников. Вы говорили, что стараетесь привлекать молодых художников к участию в выставке «Художники Карелии». Как вы думаете, будет ли число молодых авторов увеличиваться в составе участников в следующие годы? Ну, вопрос сложный. То есть мы, конечно, этого хотели бы, вот, но действительность такова, что на самом деле вот искусство – это интересная область деятельности, но не для всех она, так скажем, финансово прибыльная. Поэтому молодежь ищет, ну, у них много забот жизненных. Квартира, там, ипотека и так далее, как-то надо устраиваться в этой жизни. А заниматься искусством – это, ну, такая вещь, ну, скажем так, материально не всегда прибыльная. Поэтому, с одной стороны, мы хотели бы, да, чтобы у нас ряды росли, потому что, ну, вот на самом деле, если убрать искусство с планеты, то кроме одежды мы от животных ничем не будем отличаться. То есть все, что остается в истории, это культура. Все, что мы знаем, все, что мы находим, это вот культура. Остальное все зарастает травой.